Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодня я расскажу и покажу, как обменяла 1350 призм на две дубленки. Еще за неделю до поездки моей в Москву мы с Галиной договорились об этой сделке. Когда я увидела дубленки, они мне очень понравились. Легкие, турецкое качество, просто великолепные. Мех натуральный коза. Верх очень приятный на ощупь, как лайковые перчатки. Перевод призм договорились провести по скайпу, чтобы записать видео. Итак, я звоню Галине. Галина, здравствуйте. Добрый день. Я хочу с вами расплатиться за дубленки, что я у вас приобрела. Да, хорошо, я очень рада. Давайте. Так, скиньте мне, пожалуйста, ваш адрес и ключ. Я бросила все в скайпе, посмотрите, там уже есть у вас. Так, сейчас я посмотрю. Угу, вижу. А так, откройте, пожалуйста, свою демонстрацию экрана. Скайпа? Демонстрацию экрана вашего кошелька. Открыла. Так, на кошельке я вижу у вас 6025 призм. И в транзакции здесь только ваши одни переводы. Теперь я копирую ваш адрес. Копировать. Выделенное. Захожу в свой кабинет. И нажимаю на send. Вставляю сюда адрес ваш. Захожу дальше. Копирую ключ. Копировать выделенное. Ставить. И ставлю цену 1350, да? Да. 1350. И в комментариях пишу обмен за дубленки. И нажимаю на зелененькую кнопочку. Мне вышла транзакция 6.75 плюс. Нажимаю еще раз и ввожу свой код. В моем кабинете 12.615. Сняли 1350. И сейчас парамайнинг заработает опять. Ждем одну минуту. Галина, у вас появилась уже сумма? Пока нет. Ждем. Парамайнинг остановился, думает. Все снимаем в реальном времени, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, что обмен в призм можно осуществлять. Вот видите, здесь написано «обмен за дубленки». Вот видите, парамайнинг пришли, опять заработал. Пришли деньги, да? Да. То есть у меня было еще на парамайнина 1,88. У меня 3,89. Так, я включаю демонстрацию экрана Галинину. Вот здесь написано «обмен за дубленки». Ей пришло 1350. И на кошельке у нее стало 7,379. Плюс парамайнинг. И плюс парамайнинг 3,89. Ну что ж, друзья, вы видите, что обмен действительно возможен за товары и услуги. Деньги мгновенно перечисляются с кошелька на кошелек просто без проблем. Плюс любую точку мира. Да, и комиссия совершенно минимальная. Это лучшее, что есть на сегодня. И если взять, что у меня с 12 до часу, у меня намайнилось 5 монет. Ну, майнилось до этого 5 монет. Сейчас, конечно, будет меньше майниться, там 4 и с чем-то. Но через 10 дней у меня будет здесь опять такая же практически сумма. То есть мы печатаем монеты в наших кошельках, снимаем тот пассивный доход, который у нас приходит за определенное количество дней, в зависимости от того, сколько у вас лежит на кошельках и какой у вас умножитель. Это и есть пассивный доход, на который я купила шикарные дубленки. И они мне достались совершенно бесплатно. Маришка, поздравляю тебя, моя любимая невестка, с рождением сына. И хочу тебе сделать подарок за то, что ты мне родила таких прекрасных двух внуков. Ой, спасибо. Ох, ничего себе. Ну, ничего себе. Ого. Ничего себе. Ничего себе. Настегивайся. Ничего себе. Это я удачно зашла, да? Ой, а, о. Офигеть. Потом сниматься будем в этой шубке всех. Да, да, да. Ой, ой, ой. Офигеть. Влезла. Ура! А вот теперь будет восторг. Ура! Теперь вошла. Теперь похудеть надо. Да. Чуть-чуть, буквально на сантиметр. Ой, я вообще прям сегодня даже есть уже не буду.
Спасибо большое, вообще шикарно. Шикарно. Посмотрите, какое качество. Лайка, коза. Турецкая. Та-дам. Супер вообще. Очень даже очень. Очень красиво вообще. Ну, боже мой. Вот и модель. Как мне идет. Ну ты знаешь, что я думаю, что такая же дубленочка всем бы пошла. Да, а и нас бы помолодила. Да, очень. Валя, больше никому такие подарки не можешь привозить? Я даже не ожидала, честно. Так, ну давайте. Очень вот красиво. Так вот зайду, да. Ой, ой. Да, да, да. Все супер, да, мандель. Прям вообще. Где там папа? В Телеграм уже есть магазин, где можно договориться о обмене товаров на призм. Каждый может выставить и свой товар здесь, нажав вот тут. Ссылка на эту площадку в Телеграм будет под роликом. А вот наш чат в Телеграм. Переходите сюда, нажав на ссылку под роликом. Выставите здесь свой адрес и открытый ключ. Пишите время, удобное для получения монет. И обязательно пишите, кто вас пригласил. Предупреждаю, что не нужно делать несколько кошельков. Семейный подряд в цепочке не даст вам увеличения прибыли, а наоборот, уменьшит его. Тут нет партнерки. Поэтому не стоит обманывать самих себя. Просмотрите вот этот ролик «Призм маркетинг», в котором я это доказываю на цифрах. После получения монетки не забывайте просить админов, чтобы вас добавили в командный чат, где вы будете получать самую новую информацию и получать ответы на ваши вопросы. Ну и в завершение ролика зайдем в кошелек. Мы видим, что обмен был 22 февраля. Сегодня 24, и на кошельке уже намайнилось. На этом у меня все. Ждем вас в наших чатах. Если вам было полезно это видео, ставим лайк. Благодарю вас за комментарии под роликом. Подписываемся на мой канал. Жмем на колокольчик под роликом, чтобы не пропустить новые ролики. Всем удачи, хорошего настроения и благополучия. С вами была Валентина Синема 2.